Здравствуйте, друзья. Недавно купил новый диск в магазине для газонокосилки. Хотел скосить небольшой участок. Там оказались небольшие камушки. Вот попались, и видите, ни одного победителя не осталось. Здесь были победители, победителей не осталось. Решил второй диск купить. То же самое картина у него тоже. Пару раз прошелся, опять победители не остались. Сейчас решил наточить его болгаркой и посмотреть, как это получится у нас, как он будет косить для дальнейших действий. Сперва я его наточу, а как будет косить, я вам потом покажу. Вот здесь я уже наточил, здесь еще не наточил. Вот так у нас получается. Видите, одну сторону я наточил, а вторую нет. Вторую не буду трогать, верхнюю часть только буду точить. Потом еще напильником выровню, поострее сделаю. Здесь не так уж остро сейчас пока еще. Потом еще поострее сделаю, как ножики острые будут здесь наконечники. И еще вам покажу напильником, как у меня получилось. Вот болгаркой наточил, потом пару раз напильником тоже вот так прошелся аккуратно. Выровнял неровные места. Так аккуратно. Поставлю на газонокосилку, испытаем, и потом видно будет. Поснимаем, тоже покажем, как получится. Вот, друзья, я диск уже поставил. Сейчас я проверю, буду косить.